Комиссия по чрезвычайным ситуациям вновь провела совещание в режиме видеосвязи. 10 августа представители муниципальных служб и руководители предприятий города доложили Андрею Шубину, каких результатов удалось добиться в борьбе с коронавирусом. Вторую неделю подряд данные, приходящие из медико-санитарной части, свидетельствуют о нормализации эпид-обстановки в городе. Снижается количество амбулаторных и госпитализированных больных. Но что важнее, новых случаев заражения фиксируется все меньше – 15 за прошедшую неделю. Зато не снижаются темпы вакцинации. Иммунитет к вирусу приобрели почти 60% взрослого населения Десногорска. Я думаю, что мы такими темпами, наверное, к концу текущего года должны будем уже подойти цифре 60% по городу. Ну, по взрослому. Я думаю, что это будет гораздо быстрее, гораздо раньше. Mm-hmm. Потому что сейчас у нас привито почти 12 тысяч из 14. По темпам иммунизации Десногорск может стать вторым после Угранского района городом, перевыполнившим план вакцинации по Смоленскому региону. В городе осталось 4 отрасли, которые попадают под предписание главного санитарного врача об обязательной вакцинации, но не соответствуют плановому уровню привитых сотрудников. Это торговля, транспорт, сфера услуг и фармацевтические предприятия. Фармацевтическая деятельность – самый низкий показатель – 29,4%. Аптеки, кроме нотабена, не хотят у нас вакцинироваться. Движемся, но хотелось бы обратить внимание на торговлю, услуги и, соответственно, перевозки. Все остальные отрасли ближе к обязательному проценту вакцинированных работников. Сотрудники муниципальных органов власти привиты более чем на 67%, почти столько же в образовательных органах. Сверхплановая вакцинация более 80% в коллективах энергетических предприятий. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.